Ивановский автовокзал выставлен на продажу. Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области объявил о продаже блок-пакета акций ОАО «Автовокзал Иваново». Стоимость акций составляет 51 миллион рублей. В областной собственности находится чуть более 5 миллионов обыкновенных именных акций ОАО, что составляет немногим более четверти его уставного капитала. Минимальная цена, за которую область готова продать свою часть автовокзала – 25,5 миллионов рублей. Отметим, что это уже вторая попытка продать блок-пакет акции автовокзала. Первый аукцион, который проходил в сентябре, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.